Друзья, это такие люди, кто всегда с тобою рядом. Каждую минуту освещают добрым взглядом. Листопадом ярким разлетаются улыбки. Никогда не упрекнут тебя за прошлые твои ошибки. Сколько жизненных ступеней вместе мы перешагнули. Ошибались, оступались, но с дороги не свернули. Теплоту всю ваших рук я плечами ощущаю. Знаю, что всегда поддержите, за это уважаю. Океан воспоминаний, дорогих душе моментов. Для меня приятней самых лучших в мире комплиментов. Да, бывало, мы ругались, месяцами не общались. Обижались друг на друга, но потом, когда встречались, мелочи и все обиды, словно брызги разлетались. В этом мире мы едины, будто бы с одной картины. Позитива полотном друг друга мы всегда накроем. Потому что эта дружба нам подарена обоим. Цени своих друзей и никогда их не бросай. Они как правая рука твоя, не забывай, что в этом мире слово «друг» — это не просто слово, это твоя опора и твоя основа.